минеральная, не знаю, синевое дает, конечно. Но камеру не так видно сильно. Вот. Браслет не знаю, из чего сделан. Такая застежечка. Нажимаешь, открываешь. Сзади у нас стоит маятник. Прозрачное стекло. При ходьбе он шевелится. Не знаю, вот видно. Можно заводить вручную. Крутим просто по часовой стрелке. Они заводятся. Вот эти все циферблаты у нас рабочие. То есть вот крутим стрелку, видим, вот написано 24 часа. То есть мы знаем, когда у нас день, когда у нас ночь. Вот 12 часов дня, вот здесь стрелочка до 12. Когда она будет на 24, будет ночь. А вот это я не знаю, для чего сделано, она крутится почему-то в обратную сторону. Кто знает, напишите в комментариях. Давайте взвешиваем их. Это не висит. Очень массивный, весит не 153 грамма, очень тяжеленькие такие, но на руке смотрится очень хорошо. Вот так вот. Маленько надо звенья убавить, мешок длинноват маленько. А так в целом очень все выглядит классно. Настраивается как обычные механические часы, отодвигаем барабанчик и крутим. Всем, кому понравится, ссылку оставлю под видео, кого надо, заказывайте. Все, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всего доброго.